За 2 года, 2019-2020 год, на оснащение 3 таких школ было направлено свыше 15 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Закуплено оборудование, причем современное оборудование для оснащения мастерских агропромышленного профиля, для швейных мастерских. Это позволяет ребятам на новом оборудовании получить первые профессиональные навыки и подготовиться в будущем к какой-то профессии. Оснащены коррекционно-развивающим и диагностическим оборудованием кабинеты узкопрофильных специалистов, таких как педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Закуплены комплексы оборудования для проведения исследований по таким учебным предметам, как биология, физика, химия, география, что позволяет сделать урок более живым и интерактивным.